Шалом, Каэлэ, Тодэн, Москва. Друзья, следующая команда начинала сезон в Центральной Лиге Москвы и Подмосковья. Там у них что-то не получилось, но у нас точно получится. Пятигорск, Лыбу, Москва. С берегов Невы приехала к нам команда, крутых актеров и актрис. Команда КВН «Кирпич», Сугасу, Санкт-Петербург. Московский государственный университет имени Ломоносова представляет команда умных и точно красивых людей, не считая собаки, от Москва. Еще одна команда из РУДН приехала к нам, но со своим видением юмора. Эти придурки вас точно удивят. Команда «Транквилизатор» РУДН Москва. Из Иваново, из города Невест, приехала к нам еще одна женская команда. Все девчонки не замужем, скорее всего, поэтому копайте в семье. А чего бы нет, Лику Иванова. И последняя команда представляет РТУ «Мира», город Москва, лично моя темная лошадка сегодняшней игры, третий лишний. Супер, давайте поклонки похлопаем, посмотрите. Друг нашей лиги, очень приятный, мой друг Антон Дерябин. Еще один близкий, так называю его, полуфиналист премьер-лиги в составе команды КВН «Творческое объединение 1435». И, что немаловажно, участник первой лиги в составе команды КВН «Сборная города Королева». Ваш земляк Олег Ларин. Это наш тип, и это ваш тип, друзья. Следующий парнишка, я знаю его в четырех командах. Он в четырех командах где-то участвовал, что-то делал. Друзья, финалист премьер-лиги в составе команды КВН «Мастер Муси». Чемпион официальной подмосковной лиги сезона 2023. Финалист Бауманской лиги в составе команды КВН «ЧП» Артем Акбашев. Возможно, кто на сцене тебя скоро свистит, и уже ты не будешь чемпионом. Друзья, теперь к красивой половине жюри. Полуфиналист премьер-лиги, участница проекта «Лиги городов» на ТНТ в составе команды КВН «Ижица», город Пинск, Тося Гончарук. Суперумная девчонка, суперумная команда. Попробуйте, кто видел эту команду в «Лиге городов» «Ижица». Кто не видел, посмотрите, очень умные ребята из Беларуси. Наши братья должны нам денег. Ну что ж, и участница высшей лиги КВН в составе команды КВН «Сборная города Егорьевска» и ничего себе вице-мисс Москвы Марина Ворошилина. Все, хватит. Аниси, мы не можем зарегистрировать вас на конкурс собак. Ну почему? Он же хороший мальчик. На, держи вкусняшку. Ой, испачкался. Женщина, уходите, пожалуйста. Ну почему? Он правда хороший. Я сейчас скажу, как это у вас принято. Могу вам на лапу дать. Почему я должен поверить, что это пес? Ну он дома на пеленку ходит. Хорошо. И где живет ваша собака? В конуре. Где? В однушке Волтухлева. Так, все, женщина, уходите, мы из-за вас начинать не можем. Вот только не надо всех собак на нас вешать. И вообще, мы подготовились. Снимаем город Санкт-Петербург. Эй, дебилы, вы что натворили? Вы вообще знаете, как работают мосты? Люди по ним должны переходить. Не, уи-ха! А прям переходить. Ну ладно, вы мне построили дворец? Целых два. Так. Зимний? И летний. Сейчас сентябрь. Мне где жить вообще? Так переделайте все нафиг. Как мы тебе целый город переделаем? Ну я же вам давал чертежи. На немецком, а вы из Таджикистана. Мы русский до конца не выучили. Вы меня задолбали, я сейчас убивать буду. Давайте, ваше последнее желание. А можно с вами сфотографироваться? Аниматор? Или вот что еще популярно у молодежи? Вы спросите, что это? А это, господа, 10 тысяч тяг.
расшаталась ножка. Не подумаю. Лин, ты вообще книжки-то читаешь? Вот, Пауло Коэльо. Алхимик. Тупая, он писатель. А знаешь, как проходит корпоратив в издательстве учебников? Нет. Они там все пьяные, в дрофа. Ой, год. Короче, блин, мне все достало, блин, я ничего не хочу, блин, а лягу, блин, под поезд, под этот новый, блин, Москва 2040. Мам, ты чего прикалываешься? Прикололся батя твой, когда весь материнский капитал Малстрою задонатил. Чего у тебя по домашке? Сочинение. А, как я провел лето, скучая по Путину. Ну, проверять не будут, там без меня проверят. А, мать завтра знаешь, куда едет? У нас завтра Big Baby Tape с квартирником приезжает. Стас, это что? Я такой тупой? Блин, Стас. И я решил заняться косплеем. Еще это тебе в личное дело не писали. А ты что делаешь? Сейчас лапки твои скину, как ты у репетитора сидишь. Ты так говоришь, потому что еще не видел мой музыкальный номер. Мне я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Ну, как же было? Типичный подарок матери на день рождения, когда тебе 7. Кто-то может назвать это конвульсией, кто-то может назвать это судороги, но родители все же остановились на Станислав. Ты чего, завидуешь мне? Да я супергерой-суперкот. Суперкот делает движение Человека-паука с другой стороны. И Стас — результат кровосмешения. По-настоящему русские. Почему? У них отец сидел. Сталин. Правда, они умерли, но, надеюсь, вы не суеверные. Стойте! А разве на фуникулерах бывают экскурсии? Нет, не бывает. Рома, который пропал 10 лет назад. Я думала, тебя машина сбила. Ты что? Как это оправдать свои товары на Валдерис? Итак, так представьте, пункт выдачи Валдерис. Ну вот, а ты говорила большой заказ, большой, да он маленький. Нифига себе! Сумма выкупа 1 000 000 рублей! 1 000 000, ты чё? Я заказала только самое необходимое. Только самое необходимое? Ну давай посмотрим, что ты там заказала. Так, трусы с анекдотом? Это... Ну, потому что Кельвин Кляйн...